Хорошо. Привет, молодежь. В Удауре, Грузия. Анатолий и Елена. Мы опять на Кудебе. 3000 метров над уровнем моря. Леночки, длительный полет. Сейчас мы немножко с ней полетаем. Ты готова? Да. Ощущаешь, это хорошо. Так, Леночка, все готово? Да. Готово бежать? Готово? Да. Ну, давай. Ускорить. Села, ножки подожгла. Я сам. Сейчас скажешь. Крутячок. Нормальный. Покажу, что мы видим, ребята. Вообще день, конечно, день такой красивый, но этот день тоже необычный. Захочется покрутиться, тебе надоест простой полет, скажешь, покрутимся. Вот, обычно мы берем за это деньги дополнительно, я тебе бесплатно. Да, можно. Подожди, слушай, а мы будем терять высоту при этом, да? Ну потом, если тебе не надоест, тебе надоест. Хорошо. Терять высоту будем и появится. Адреналин. Да, у тебя перегрузка будет, ты почувствуешь перегрузку. Конечно, будет для тебя не обязательно. Да, без него. А куда же без него? Ну вот смотри, мы бы с тобой вот здесь стартовали. Да. Вот сколько мы летим? Примерно минут 5, я считаю, в общей сложности на эту высоту мы выйдем. Просто уже ниже получается. Нет, уже еще не ниже. Да-да, нет, если но мы потом, поднялись... конечно, это ниже будет, обязательно, конечно. Но когда нет возможности, ничего, да, мне да. Это не сложно. Да-да. Если есть возможность, то когда мне применяться, это же наоборот красиво. Мне сложнее бегать туда-сюда и вот по кругу чаще. Чем лететь больше. Вот оттуда мы летим. Большое здание. Видишь, это большое здание. Небольшое, да, да, да. А теперь левее, там какое-то маленькое такое. Это Сашечка наша. Два, видишь, какой-то пупырика, это туалеты. Там вот целый гектар земли, да, и мы вот сюда выходим, набираем высоту, переходим на эту, выходим на верхушку, туда перепрыгиваем. В общем, туда перепрыгиваем, на ту гору, на ту гору, на ту гору. Посмотри наши видео на нашем канале, когда свое будешь искать. Там вот недавно вышло видео. Сколько вот эти высота, блин? 3 с чем-то, да? 3600. Это 3400, а вот это 3600. Это 3600 высота. Круто. Это Видара, это ВДН. Название я не знаю. Я тоже не знаю, какой-то грузинский два названия. А это получается как ущелье идет, да, вот это? Это ущелье Араги, начало ущелья Араги.
речка Арагви. За эту речку вот одна безымянная, а другая Арагви. Да, как-то без очков ветер холодный. Нет, без очков. Что-то сегодня холодно. Прохладно. Я за тебя-то прячу, что? Ты тут рассекаешь. В нем и удерживать его. Таким образом, у нас вытягивает на высоту своего, как бы вот своей энергии. Потоки, иногда бывает до облака. Ну, вот облаков сегодня нету, поэтому вытянет эту высоту, где он уже не захочет подниматься. Как ты думаешь, какой сейчас высота примерно? Вот. Приблизительно, ты имеешь в виду сейчас над уровнем моря или над этими машинами? Да, да, да. Над этими машинами на глаз метров где-то 450-500. Не больше, на мой взгляд, потому что мы где-то на 2750, вот плата, которая слева от нас, на 2750, можно не стартовать. Вот. И вот смотри сама, 2750, а посадка на 250. 400 метров по этим машинам приблизительно. 400-450. Да, мы набираем высоту, хорошую восходящий поток. Здесь можно тебя заморозить. Не получится приземлиться так быстро, как иногда получается. А это что, вот это полукруглое? Это смотровая? Арка дружбы народа, смотровая, да. Вот, площадка. Мы тоже летаем, да. Ага. Также на моторы здесь летают. Я летаю лучше, здесь никто не летает. На моторе проще, как бы. Сама понимаешь, когда захотел, туда и полетел. Сведящий поток. Он работает все время или его можно отключать и как при возможности? Камера? Нет, мотор, с мотором. Конечно, отключать можно. Не то, что отключать, я могу его заглушить. Ну. Я могу просто обороты сбросить и все. Крутиться не будет, будет на муфте работать. Летом обычно турбулентно. Более мощные потоки.